5 звёзд, возьми тарелочку прямо. Нет, это руки мне мешают. Бренди, бренди. А что это такое? Как говорят, в таких случаях наступить. Что? Дай, пожалуйста. Шум. Дай сюда, Дима, показания. Так. Ну, ладно. Кто начинает праздник? Ну, все положили, да. Кто хочет сказать, Ира, может, ты первая? Да, начинай. Я не могу первая. Ладно, я тогда. От всей души своей и всех вас, ваших душ, поздравляем. Сразу двоих будем поздравлять или по одиночке? По отдельности. С днем рождения. Самое главное – здоровье, счастье и чтобы была много-много лет любовь. И взаимопонимание. И взаимопонимание, понятно. Будьте здоровы и счастливы. Давай чокнемся, чокнемся. Как всегда чокнемся. Ура, ура, ура. Здоровья. Ура, ура. Передавай. Привет. Я уже чокнулся. Ладно. Ребята. Привет. Поздравляем. Поздравляем. Счастливо разделить этот праздник. Берегите, ребята, каждый прожитый день. Да. Берегите время, вы дни лукавы. Я не просто говорю, у меня есть на это основание. Так, да. Ну, выпиваем. Я еще ничего не говорю. Что там капает? У меня коньяк, там 8 плюс. Это полденчик, кажется. Дальше лучше. Пипи коньяк. Ну, хороший мой, да. Не съели. Бутербродик. Давайте я вам сначала скажу анекдот. Судят одного грузина за какие-то там преступления, и судья зачитывает приговор. Там заключение там на 5 или 10 лет, неважно. И после того, как освободиться, лишить права занимать все руководящие должности. Подсудимый стоит, говорит, господин судья, а нельзя ли? А там не господин судья, ваша честь. Да. Нельзя ли добавить к пункту запретить все руководительные, кроме тамады? То есть я хочу сказать, что тамада – это очень ответственный человек. Так что ты гордись. А у меня что сказать? Запретить всем выпивать, кроме тамады. Мы приехали на эту святую землю, и Господь нас так благословил общением, друзьями. И сама атмосфера говорит о людях, Господь есть любовь. И я хочу выпить о том, что за мир, да, в этом благословенной земле. И за людей, за их сердца открытые, и за то богатство, которое дает нам Всевышний. Пусть мы все понимаем и ценим, в какое время мы живем, и как мы благодарить должны Господа, что мы имеем возможность все это... Поздравить наших именинников. Да. Мир, любви, согласия, а главное, за понимание и... Жизнь для себя и понимать мои друга. Ты что-то перепутал. Мы сегодня на дне рождения или на свадьбе? Давай не путать, одно с другим. За именинников. Будьте здоровы. За именинников, конечно. За именинников. Ура. Ура.
Давайте. Видео снимается? Да. Знаешь, надо, можно слово? А там не снимать. А надо, не нужно, надо. Давай мне сюда, давай мне сюда. Давай сюда, сейчас будет тут говорить. Сейчас. Слово предоставляется. Дорогие мои друзья, у меня тут два опуса. Я должна признаться, что для меня было таким невероятным откровением, что вы рождены в один день, поэтому я сначала посвятила свое небольшое творение виновнице сегодняшнего торжества, одной из виновниц сегодняшнего торжества, и я, пожалуй, начну объяснение в любви к ней. Годы над тобой не знают власти, и, сохраняя облик молодой, шагая об руку, с еврейским счастьем ты радуешь спокойной красотой, уютным домом, творчеством, друзьями, сверхщедрым и изысканным столом, всегда по рюмочке и все уже князьями, и дружным хором затянуть потом. Живи в любви, твори и наслаждайся, и добротой одаривай родных, во внуках непременно повторяйся, ведь пожеланий лучших нет иных. Браво. Это тебе. Ну, воодушевившись вашими аплодисментами, я назвала свой следующий опус «Нечаянная радость». Нет, все неправильно. Значит, надо выпить за первую. А, давай, да, я не садясь. Давайте за предыдущего. Принимается без оговорки. Мы же все будем один. Пьем. Милочка, за тебя. Сегодня Милочку увидела, это олицетворение весны. Весь ее наряд и облик. Просто вот, я считаю, что так. Я думаю, что вы со мной согласны. Она пришла. Весна пришла, весне дорогу. Ой, как я научилась коньяк. Это просто я сама на себе удивляюсь. Я никогда в жизни не пью коньяк, никогда. Да, можете закусывать, а я продолжаю. Значит, следующий мой опус называется «Нечаянная радость» и Эрнсту, и Миле. Это надо же так исхитриться, в один день вам с Людмилой родиться. Долго шли вы навстречу друг другу, будто вы по волшебному кругу. Но судьбе невозможно перечить, и случилась нежданная встреча. И фанфарно звучит гименей над удачной затеей своей. Пойте, радуйтесь, вместе творите, будьте счастливы, долго живите, согревайтесь душевным теплом. С вами рядом всем будет светло. А это еще подарок, так сказать, материальный. От нас. От нас. Да. Да, да, после стихов. За гименея. За гименея. Нет, стихи потом. Жалко я не знаю. Обязательно оставлю. Пожалуйста. Давайте тебе, Галина. Что-то многолетний милый друг. Лёня, ты согласен быть домой? Если получится. Вам сложно. Хочу сказать, жизнь такая короткая штука, да. Что надо просто жить и понимать, и беречь каждый день и каждую минуту, да. Прожитые в общении таких замечательных людей. Ну, это правильно. Ну, ведь и радоваться этой жизни тоже надо сейчас, пока ты жив. Ребят, попробую воспользоваться вашим, так сказать, предложением. Дорогие друзья, я знаю Милочку уже 11-й год. Да. Мы приехали практически
одновременно. Она, я 19 марта, она 1 мая. Вот. И мы очень хорошо с ней в это время дружим и общаемся. И у нас общие интересы, мы там поем, то все, в общем, вы знаете об этом. Короче, желаю вам счастья, здоровья, долгих лет жизни, и чтобы у вас все было замечательно. Давайте выпьем за эту прекрасную пару, за то, что они именно в один день родились, это вообще замечательно. Давайте. Это за эту прекрасную пару. Долгие-долгие годы. Вперед, я тоже ну, уже все почти сказали. Я поцелуй коллектив. Конечно, конечно. Да, у меня самое последнее. Это друг, это дети. Да. Ну, что сказать, мой старый друг? Да. Алло. Алло. Привет, милочка. Привет, Женечка. Я тебя таки поздравляю с твоим днем рождения. Таки, да? Спасибо. Желаю тебе всего самого наилучшего. Здоровья. А меня можно поздравить. Я вчера последний день отработала и вышла на пенсию. Тоже поздравляю. Молодец. Хорошо. Вот. Я сижу тут с друзьями и родственниками. Сижу, отмечаю день рождения. Принимаю поздравления. И принимаю поздравления. Спасибо, Женечка, что помнишь. Спасибо большое. Всего доброго. Вот это другое дело. Возьми надо, что тут плохо оказалось. У нас в Израиле говорят от Мэра и Срим. Переведи. До 120. Да, это первое. Второе, чтобы до 120 было вашим внуком. И вы могли гулять на их свадьбе. А им будет 200 тоже. Вашим правам, вашим внукам. А нашим? То же самое. Нашим детям. Ну и нашим тоже. Ну и чтобы... За творческие успехи, да, и за энергию. Три аккорда играет. С такой же энергией вы познавали мир, как Федосия. И чтобы нашим детям и внукам было все хорошо, и мы от них получали удовольствие. Спасибо от их успехов. Да. Ну, это вам и всем ребятам тоже, которые здесь находятся. Давайте, за вас. Лихаем. Лихаем. Мила, Эрнест, за вас. Володя, Селена нашла сообщение. Подожди, Ева потом скажет. Люди, с Вовой нашлась общая тема. Во-первых, они рисуют. Гениально. А во-вторых, у них есть общая великая песня, называется «Расчлененка». Реально! К сожалению, нет гитары. Я хотел захватить сегодня гитару. Ладно, это в следующий раз они споют. В следующий раз. А вы пока будете в таком ожидании. В ожидании. Там три блатных аккорда и песни из подворотни. А капелла не три аккорда ты давай, три аккорда. А они будут петь. Нет, мы сейчас... Чтобы так оживить атмосферу, вы здесь у нас все поете. Мы на разогреве, да, а вы потом споете. Да, стихи, да. Вот, так что мы на разогреве сейчас выступим, сейчас споем. Отлично. Вот. Ну, так. Да, мы музыку принесли. Вот, но сейчас все будет неправильно. Да. Неправильно, выпьем, потому что... Нет, что это? Потом. Во-первых, песни не по сезону. Не по сезону. Ну, извините, но очень хочется спеть, хотя она не по сезону. Во-вторых, значит, папе его очень не нравится. Будем подсматривать в текст. Мы тут были на каком с папой на большом празднике, там у родственников, и там каждый выступающий, даже тосты говорили, глядя в текст, в телефон. Вот мы сейчас тоже с телефона это все будем. Ну, а потом вообще, мне очень нравится, я когда-то слышала какого-то
юмориста, у меня там несколько таких его цитат осталось по жизни. Одна из них звучит так. Голос у меня не сильный, но противный. Вот сейчас мы, значит, мы выступим. Сейчас мы наладим музыку. Где наша музыка? В рюкзаке. Микрофона нет? Ну, здесь для застолья. Не надо, хватит. Значит так, песню все знают. Поэтому можно петь. Можно танцевать. Все, что хотите. Можно заснуть. Ну, ух ты, какая штука у них. Папина дочка, папина. Ну, это же папина дочка. Есть кого. Ну, вот я и говорю. Как Эрнст всегда украшал наши посиделки. Давай, давай. А здесь не надо переделывать слова. Выясни, что слова не надо переделывать. А можно и танцевать. Осенние листья шумят и шумят в саду. Знакомой тропою я рядом с тобой иду. И счастлив лишь тот, он сердце поет, с кем рядом любимым идет. И счастлив лишь тот, он сердце поет, с кем рядом любимым идет. Пусть Бог проходят, живет на земле любовь. И там, где растает, мы встретились нынче вновь. Сильнее разлук, тепло на их круг. Мой верный, единственный друг. Сильнее разлук. Что я люблю вот эту традиционную застольную идышскую песню. Номер. Ломиралейнейнем, алмен микавл поним зайн, алмен микавл
помирал день, Мерна и Переведи. Давайте все вместе поздравим всех. Да. И давайте все вместе выпьем немного вина. Ну, какая праздник. Это чудесно, то много вина закаливает. Это мне нравится песня. Выйду я на улицу, ой, как небо хмурится, и дождевом зарядили. Мама, ну зачем меня вы в климате таком родили? Люди мы веселые, города веселые, вместе собираемся, и душою непростое вот так отогреваемся. Верные, счастливые, вместе навсегда. Девочки красивые, парни хоть куда. Верные, счастливые, все нам нипочем. А если вдруг попал в беду, поставим увлечем. Торжество, когда встретились два человека, родившиеся в один день. Мы были очень рады им помочь встретиться, помочь встречаться и уже любить, это уже их дело. Но они не просто встретились, они, вы понимаете, у них совпало все. Творчество. Оба поют, оба рисуют, оба... Там, посмотрите на ней, посмотрите. Красный. Это ее произведение. Сама сделала, Мила. Да. Мы видели ее картины, они ходят, замечательно. Да, да. Рисуют. Милана мы видели, а Эрнста не видели картины. Все впереди. А у Эрнста, вы не заметили, у него другое. Он и стихи вам напишет. И прочитает, и споет, и тамадой может быть неплохим. Да, молодец. Они очень активные, поэтому они быстро влились в коллектив, в один, второй, третий, понимаете? И в этот коллектив особенно. И посмотрите, сколько друзей сразу у них появилось.
Ты же не так давно, по-моему, здесь, правда? Да. Третий год, да? Да, нет, всего три года. Ну да. А что, уже три года? Всего три года, да. Ну еще нет, но будет. А вы сколько здесь? Ну, и мы вместе едем, дружились, уже и парами сдружились мы. Вот, и вы всегда довольны, с удовольствием встречаемся и общаемся. За дружбу, за любовь, за дни рождения вас одновременно. Но не только это. Я хочу вам пожелать, чтобы вы дождались не только внуков, внуки у вас есть, но правнуков. У тебя, по-моему, один есть правнук. Один. Я знаю. Одна. А у нее нет правнуков. Поэтому дождались вдвоем. А тебе еще жить и правнуков. Жить. Одни годы будет. Еще ни одного. Тебе еще жить и жить. Так что не просто есть, а вам жить. Поэтому я вам желаю долгой, счастливой жизни. Спасибо, Жанна. Внимание, внимание! Внимание! Дорогой Эрнест, желаем быть счастливым и любимым, поставленных всех целей достигать, и в хоре быть всегда незаменимым, и в жизни по-мужски лишь поступать. Родные, чтоб любовью окружали, надежными, чтоб были все друзья, и в трудную минуту поддержали, счастливой, чтоб была твоя семья. Еще тебе удачи мы желаем, и чтобы кошелек не опустел. Тебя мы с днем рождения поздравляем, чтоб было все, чего ты захотел. Мы по старшинству начинаем наше поздравление. Первый у нас Эрнест, естественно. А для него сейчас прозвучит песня тоже наша, которую мы для него лично поем. Второй, да? Вот это да. Забыл именинник один, на праздник себе пригласил. Мы, конечно, все дружно пришли и подарки с собой принесли. Мы тебе всегда везем, пусть судьба тебе все время перевезет, пусть вечно все ведет. И душа от счастья радостно поет. Очень шумно и весело здесь, а гостей просто негде присесть. Пожеланий сегодня не счесть, и звучат они все в твою честь. Пусть тебе всегда везет, пусть судьба тебя все время бережет, пусть отлично все идет. И душа от счастья радостно поет. Жил-то был именинник один, нас на праздник себе пригласил. Мы, конечно же, дружно пришли и подарки с собой принесли. Пусть тебе всегда везет, пусть судьба тебе все время бережет, пусть отлично все идет. И душа от счастья радостно поет. И душа от счастья радостно поет. И душа от счастья радостно поет. А теперь у нас Милочка наша. Мы... Подожди, сейчас. Милочка, дорогая, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть глаза от радости сияют, и любовью полнится душа. С днем рождения от души мы поздравляем и желаем счастья и добра. Море сил, здоровья, вдохновения, никогда по жизни не грустить. Позитива, смеха, настроения, просто верить, наслаждаться, жить. Мы тебе посещаем тоже песенку. Вот для тебя, Милочка, дорогая, поем. Ну,
день рождения, милые мы, сегодня мы отмечаем. Не надо нам печали, ты пей и веселись, а мы споем и спляшем, тебе с восторгом скажем, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И веном и пляшем, и без восторга скажем, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ты молода, красива, так будь же ты счастлива, и жизнь твоя прекрасна, и чтоб мечты сбылись, а мы за тебя рады, и лучше нет награды, чем то, что мы сегодня здесь все вместе собрались. А мы за тебя рады, и лучше нет награды, чем то, что мы сегодня здесь все вместе собрались. Счастье и удача с тобой по жизни часто. Успеешь все ты сделать, ты жизнь не торопись. Тебя мы поздравляем, всего тебе желаем. И все же очень здорово, что здесь мы собрались. Тебя мы поздравляем, всего тебе желаем, и все же очень здорово, что здесь мы собрались. Исполнение всех твоих желаний, чтобы все сбылось у тебя. И хорошего вам путешествия. Мы ждем от вас фотографии, видео. И ждем от вас, да, чтобы все нам присылали. Как я, когда уезжала, вам все посылала. Так что ждем. Все, с днем рождения, дорогие. Мы рады, что вы с нами. Что мы вместе поем. Вместе дружим. Вместе танцуем. Вместе отмечаем все праздники. Так что мы очень рады, что вы у нас есть. Все. А теперь можно и танцы, танцы можно устроить, пожалуйста, кто... Yeah.
начала я хочу сказать, что вот компания вот эта, ну, как бы мне с одной стороны сильно повезло, что я в этой компании, а с другой стороны мне сильно не повезло, потому что таким музыкальным, таким талантливым, таким все умеющим я никогда не смогу стать. Вот. И мне сегодня очень понравились поздравления, которые приготовлены коллективно. К сожалению, я свою речь приготовил один, не коллективно. Вот. И начну я с того, что вот сегодня музыканты, все музыканты, и Ярослав, вы тоже музыканты. Да. А вы музыканты и по штату, и по духу, и по всем. Поэтому все музыканты. Теперь мы сидим, ну, скажем так, скромно, не за плохим столом. Я хочу вам прочитать стихотворение Вознесенского, которое называется «Правила поведения за столом». К вам оно не относится. Поэтому я читаю про себя, ну, любимого. Уважьте пальцы пирогом, в солонку курицу макая. Но умоляю об одном. Не трожьте музыку руками. Она на шарке огурец со дна и станц правосидящей дамы. Даже под током провода. Но музыку нельзя руками. Она с высоким наравне. Она сейчас живет между нами и даже вымытыми. Не хватайте музыку руками. И прогрессист, и супостат. Мы материалисты с вами. Но музыка не тот субстант, где не губами, а устами. Руками ешьте даже суп. Но с музыкой беда такая, чтобы вам не оторвало рук. Не трожьте музыку руками. Я других придерживался мнений, так как с ходом дней моих и лет понял я, что мне нельзя без пенья, что без пенья жизнь куда скучней. И теперь для всех вас петь я буду, хочется того вам или нет. Про аккомпанемент я не забуду, хоть Мариетты с нами нет. Звучит песня, которую вы вряд ли знаете. Которую вы вряд ли знаете. Хотя не исключено, что и знаете. Жизни ты, барышня штучная, такую, как ты, поискать. Во всех смыслах благополучная, нельзя тебя не замечать. Ни с кем я не стану спорить, доказывать что-то напрасно. Тебя улучшать, только портить, ты бесконечно прекрасна. Мистическая, нереальная, как будто с планеты другой. Какая же ты идеальная, ничто не сравнится с тобой. Ни с кем я не стану спорить, доказывать что-то напрасно. Тебя улучшать, только портить, ты бесконечно прекрасна. Мама, и почему я не была на подтанцовке какого-нибудь... Вы знаете, я вам скажу, кто это. Это Екатерина Семенова. Вот она пишет всякие вот эти вот... Она это называет... Куплет. За это надо выбить. У нее много таких песен, да. Она хорошая барышня. Тенесте майне, мух тенесте гитрае, ein zachwil bad bei,
захвилих бадербейт, то вервестузейн, а нодлфун майкин, ве амутер золсту зорфалзейн, то вервестузейн, а нодлфун майкин, ве амутер золсту зорфалзейн. Молодец. Самара городок, неспокойная я, неспокойная я, успокой ты меня. Я жила и расцветала до 17 годов. А 17 годов кружит девушку любовь. Ах, Самара городок, неспокойная я, неспокойная я, успокойте меня. 28 лет здесь. Короче говоря, и жена еще моя была жива. И Лора тоже его знала, мы же напротив школы жили. Я зашел, говорю, девочки, позовите Вадима Васильевича. Нет, он занят здорово. Я говорю, ну, жалко. И ухожу. Они говорят, а откуда вы знаете? Я говорю, как в школе учились. О, сейчас зовем, идет. Я говорю, Вадим, а что если тебя, я назвал себя, Сенька Варан, Варшавский Данька, человек 10 перебрал, ему у него слезы. У меня тоже. Ну, с детства, в одной школе до 10 класса. Я, правда, 8-го, но все равно все вместе. И он расстроился. Вот. Он ушел из Винного мира 2 мая 18 года. Не дожил 3 месяца до 80 лет в Америке. Причем, я к лучшему говорю, нормально. Его, он сказал, когда я заболел в Америке, написал, в случае чего кремируйте меня и в Харькове. Ну вот он там теперь, где моя мама, папа и его родители, тоже и он. Так что... Ну, он хорошо здесь, это весело, как они пели, хорошо. Я говорю, Вадим, что ты не поешь? Юра, ты знаешь? Ну, я не помню все дословные слова. Я говорю, ну, Вадим, это не так. Тем более, в 12 году это было ему уже тоже прилично, за 70 далеко. Да. В жизни все бывает. Да. Папа мой был первый трубач опереты до войны. Мы эвакуировались. И всю жизнь прожил с этими с работниками опереты. Балерины, эти самые. Прекрасно. Это все в Харькове. Прекрасно. Хористы, да. Это все так, в Харькове было? В Харькове, когда мы вернулись. Тоже мне есть что рассказать. А вы тоже из Харькова? А как, где вы учились? В университете. Ох, это же на площади Дзержинского. Ну, конечно. И там был театр в университете. Он назывался «Синт-63». И нам повезло очень, мы участвовали в первом конкурсе студенческих театров. Этот конкурс проходил в Москве. Председателем жюри был Аркадий Райкин и наш коллектив университетский, и ХПИ, вместе объединенный был коллектив, Политехнический институт Харькова и университет. Мы были мы стали лауреатами этого конкурса, и наградой нам была поездка по Прибалтике. Вот так вот. Так что у меня большой театральный шлейф. Харьков подарил искусство многих людей. Ну да, да, о чем говорить. Да, да. А Конкин, это который актер знаменитый, да. Вот, он одно время работал в театре юного зрителя. Почему у моей жены... Отец, не дед, отчим, да, не родной, ну, неважно. Они вместе работали, он был тоже ведущим актером в театре. Я когда пришел туда, он говорит, Юра, я тебя хочу познакомить с одним актером. Он говорит, кино снимался. Я говорю, кто? Он говорит, он с Конкин. Вот он меня с этим Володей познакомил. Ну, вот, там. Видите, какие хорошие, да, ну, Харьков, конечно. Девочки.
Если тебе начнут любя, что ж найди себе сухопутного, быть морячкой не для тебя. Море ходит пароходы, совершают переходы, море ходит пароходы туда-сюда. А тебе не догадаться, для чего моя спинаться, для тебя любое море одна вода. Море ходит пароходы, совершают переходы, море ходит пароходы туда-сюда. А тебе не догадаться, для чего моя скитаться, для тебя любое море одна вода. Дождь пройдет, уйдет гроза, ты появишься одна. Красотой всех ослепишь, мир нарядом удивишь. Ах, какая красота! Все мои друзья, и от радости такой буду сам ходить не свой. Ах, ах, как тебя люблю! Да, да, быть с тобой хочу. Как мог я без тебя? Thank you.
Это самое Урвахим, Урвахим, Бесамеа, Хава, Нагила Хава, Нагила Хава, Нагила Хейна Смеха. Хава, Нагила Хава, Нагила Хава, Нагила Бейна Смеха. Хава не равнена, Хава не равнена, Хава не равнена, Бейна Смеха. Хава не равнена, Хава не равнена, Хава не равнена, Бейна Смеха. Нет, танец огня для тебя и для меня, танец солнца и огня для тебя и для меня, для тебя, для меня, танец солнца и огня. Все, хватит, Эбейну. На нем защитная гимнастерка, она с ума меня ведет. На нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет. На нем погоны золотые и яркий орден на груди. Зачем, зачем я полюбила его на жизни дам пути? Зачем он наш колхоз приехал? Зачем нарушил мой покой? Зачем, зачем на белом свете, если запретная любовь? Зачем, зачем на белом свете, есть безответная любовь? А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Видно всех, а то ты только жарко. К сожалению, день рождения только раз в году. Это да. Сам фотоаппарат. А, сам фотоаппарат, да. Ага, это не важно. Василия Дулюбка, Василия Дудыва, сизая голубка. На кого покинешь, милый мой дедочек, на кого покинешь, сизый голубочек, на зеленая бабка, на зеленая юбка, на деревьях и моя сизая голубка. А дивер дерется, милый мой дедочек, а дивер дерется, сизый голубочек. Боронися, бабка, боронися, любка, боронися, ты моя сизая голубка. Чем же бороница, милый дедочек? Чем же бороница, сизый голубочек? Ледорубом, бабка, ледорубом, любка, ледорубом, ты моя низая голубка. Ледоруб тяжелый, я все слова знаю. Ледоруб тяжелый, сизый голубочек. Тренируйся, бабка, тренируйся, любка, тренируйся, ты моя низая голубка. Где тренироваться, дедочек? Где тренироваться, сизый голубочек? В турпоходе бабка, в турпоходе любка, в турпоходе ты моя сизая голубка. Здесь на неизведанном пути жут замысловатые сюжеты. Надежда, мой город земной, а удача награда за смелость. А песни
довольна одной, лишь только о доме в ней пелась. По-прежнему нельзя, когда-то не допели милые усталые глаза, синие ростовские метели. Случает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. А река бежит, зовет куда-то, вервут сибирские девчат. А свет из утренней заре, Пангаре, навстречу утренней заре, Пангаре. Какие мы молодцы. В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнут липы, языка блестит. Мне тебя такой красивый глаз не отвести. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. На свете нет наверняка, чтоб навеки покорило сердце моряка. По морям и океанам нелегко пройти, но такой, как ты, желанной не найти. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить, но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить. Но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить. Ты не думай, что я невнимательный, что цветы не бросаю к ногам. Я тебе в этот день замечательный свое верное сердце отдам. Я тебе в этот день замечательный свое верное сердце отдам. Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка, и перестань, не надо пропарить. Закрыла горы мгла, подумай о делах, и перестань, не надо пропарить. А у Кукина еще есть песня про гостиницу. Гостиница моя, ты гостиница. Присяду я, ты подвинешься, занавесишься ресниц за нарвесками. Я на час тебе жених, ты невеста мне. Синее море, только море за кормом. Хорошо.
что мы тогда спели? Синее море и далек наш путь домой. Там за туманами вечными пьяными, там за туманами берег наш родной, там за туманами вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Ждет земля родных своих ребят. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Сияли в море над бульваром, сам над городом встает. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. И красавец была Роза молдаванка, да. Прекрасная, как тая древняя гречанка. И улыбнулась в ответ красотка Роза, и закраснела с морда Васишва Роза. Девочку от трамвая, он ей сказал: о, моя Роза дорогая, я вас прошу, нет, я вас просто умоляю, сплясать со мной прощальное танго. Тут поднялась катавасия такая, передралась вся компания блатная. Так били девочек Марусю, Розу, Раю, и бил их лично Васька Шмаровоз. Прекрасный танец. Когда фонарики качаются за ними, и все на улицу боятся выходить, я из пивной иду. Я никого не жду, и никого уж не сумею полюбить, я из пивной иду. Я никого не жду, и никого уж не сумею полюбить. Как король на именинах, и пальму черного желаю получить, а мне уж все равно, я никого уж не сумею полюбить, хоть и стучит в окно, а мне уж все равно, я никого уж не сумею полюбить. Ча-ча-ча. Мне дамы ножки целовали, как шальные. Как это дружка, лучший дома мой на кальме снег, всегда имел успех, и моя юность раскололась, как орех. А мой нахальный смех всегда имел успех, и моя юность раскололась, как орех. Ча-ча-ча. И кто-то очень близкий тебе с любовью скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе с любовью скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И дай Бог нам всем здоровья, 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 здоровья. Самое главное, мы все, добрею. Мы вас очень любим, спасибо, да, вам всем, за таким столом встречались как можно дольше, да, и радовали, да, друг друга. Не, не дольше, а чаще. Ну и что? Раз.
два, три.